Здравствуйте, новости на государственном телеканале «Западная Армения». Главные темы дня. Платформа «Мэтс Мамас», посвященная армянским бабушкам. Сыны Западной Армении Мисак Манущан. Кладбище Неркин-Хан захвачено азербайджанцами. Вершина горы Арарат. Продуктовый склад, обнаруженный при раскопках в Анне, историческое наследие 11-13 века. Международная ассоциация исследователей геноцида призывает защищать права арцахцев на самоопределение. Премьера фильма «Азнавур в кино» – ретроспективный показ на озере Карапелич. Пережившая геноцид, проживающая в Америке, армянская художница и педагог Ануш Баргамян создала уникальную платформу для сохранения воспоминаний и наследия армянских бабушек. Платформа «Мэтс Мамас» дает возможность внукам почтить память бабушек, делясь историями их жизни. В детстве Ануш Баргамян слышала множество рассказов о бабушках, переживших ужасы совершенного против армян геноцида 1915 года. Бабушку по отцовской линии Люсин она не видела, но слышала ее голос на записях отца. Звуки армянских песен, которые Люсин выучила в деревне Кеги Западной Армении, оставили неизгладимый след в воспоминаниях Ануш. Бабушка по материнской линии Искуи Гаджан была важной частью жизни Ануш. Она с большим мастерством готовила традиционные армянские блюда и дарила детям тепло и любовь. Жизнь бабушки была полна боли и утрат. 9 лет она стала свидетельницей ужасов геноцида 1915 года. Вынуждена была пройти через сирийскую пустыню, жить в лагерях для беженцев, затем обосноваться в Марселе. Платформа «Ануш Мэтс Мамас» дает голос тем армянским бабушкам, которые часто молчали о трудностях своей жизни. С каждым новым эпизодом она чувствует не только своих бабушек, но и всех женщин, которые были опорой для семьи. Заключительный вопрос. Что бы вы сказали, если бы ваша бабушка была здесь и сейчас? Передает основную идею платформы, побуждая искреннее размышление о любви, утрате и прочной связи между бабушками и внуками. Наиболее часто встречающийся ответ – «Я люблю тебя, Мэтс Мамас». Сыны Западной Армении Мисак Манушян. «Я добровольно вступил в армию освобождения и умираю на пороге победы. Счастливы те, кто будут жить после нас и наслаждаться радостями грядущего мира и свободы. Я уверен, что французский народ и все те, кто борется за свободу, достойно сохранят память о нас. Перед лицом смерти я заявляю, что не испытываю ненависти ни к немецкому народу, ни к какому-либо другому. Каждый получит по заслугам, будь то наказание или вознаграждение». Мисак Манушян был лидером вооруженного французского сопротивления против нацистов в годы Второй мировой войны. Возглавил свободных стрелков и французских партизан, одну из секций сопротивления, состоящую в основном из эмигрантов из Венгрии, Румынии и Польши. Многие члены группы были евреями. Манушян родился в Адыямане, Западной Армении, в 1906 году. Ему довелось пережить совершенный против армян геноцид. Родители Мисака погибли во время резни. Однако вместе с братом он сумел бежать и добраться до Марселя. Во Франции Манушян стал членом местной компартии, также начал издавать армянскую газету «Зангу». С началом Второй мировой войны Манушян оказался в тюрьме, но был освобожден и примкнул к движению сопротивления, возглавив отряд молодых армян. Нападения и убийства, осуществленные Манушяном и членами его группы, привлекли к нему внимание не только свободных стрелков и французских партизан, но и нацистов. Манушян был включен в печально известный нацистский агитационный список «Кармир Пастар», где был указан как лидер группы армянского происхождения. 21 февраля 1944 года Манушян был схвачен нацистами и приговорен к смертной казни. Газета «Агропарак» пишет, культуролог Айкуи Мурадян утверждает, президент Азербайджана лично руководит захватом армянского культурного и духовного наследия Арцаха. У азербайджанцев есть свои мишени – статуи наших героев, мемориалы жертв геноцида, мемориалы памяти жертв Первой освободительной войны и армянские кладбища, особенно средневековые, которые свидетельствуют о том, что армяне жили здесь веками. Враг захватил также кладбище в населенном пункте Неркин-Хан в Сюнике. Люди не только не могут посетить могилы усопших, но и похоронить умерших. Вчера стало известно, что в Неркин-Хан было создано новое кладбище, где уже состоялось одно захоронение.
Гора Арарат сегодня пользуется большим спросом среди альпинистов. Об этом пишет Мамул АМ. Во время трехдневного восхождения можно встретить множество зарубежных и армянских альпинистов. Для армян восхождение на гору имеет особое значение, так как гора Арарат считается священной горой. На горе расположены два лагеря на разных высотах, откуда альпинисты начинают и заканчивают восхождение. Вершина всегда покрыта толстым снегом и льдом. В ясную погоду с вершины хорошо видна гора Арарат. С большого массива также прекрасно виден Малый Сис. Во время раскопок в исторической области Аникарса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, был обнаружен склад 11-13 века. На складе были найдены в основном керамические сосуды кармапай, украшенные орнаментом, печатями, изображения людей, птиц, животных, крестов, также винные кувшины для овощей и вина с армянскими надписями. Среди находок обнаружены целые кувшины и их фрагменты. Предполагается, что низкие кувшины с плоским дном, украшенные поясом и орнаментом и растительными узорами, использовались на свадьбах и званых обедах, символизировали плодородие, а продолговатые кувшины с узким горлышком, наполовину заполненные продуктами, закопанные в землю, символизировали очаг. Они был крупнейшим религиозным, торговым и культурным центром своего времени на перекрестке Европы и Азии, через который проходил шелковый путь. Они – один из древнейших городов армянского народа, и все, что здесь найдено, принадлежит истории и наследию армян. Международная ассоциация исследователей геноцида глубоко обеспокоена ситуацией в Арцахе и призывает международное сообщество предпринять действенные шаги для защиты права арцахцев на самоопределение и автономию. Ассоциация подчеркивает право жителей этого региона определять свое будущее. Это фундаментальную ценность, которую нельзя игнорировать. В рамках празднования столетия Шарля Азнавура фонд «Азнавур» приглашает на открытие мероприятия «Азнавур в кино. Ретроспективный показ». Посетители вновь откроют для себя кинематографическое наследие Шарля Азнавура. Будем рады видеть вас на эксклюзивном показе фильма «Азнавур глазами Шарля» 7 сентября в 20:00 на Лебедином озере в Ереване. Специальные гости мероприятия – продюсер фильма Миша Азнавур, режиссер Марди Доминико, сообщается на сайте фонда. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!